Центральная библиотека города Видное давно стала местом встреч всех поколений горожан. Уютная и теплая атмосфера располагает не только к дружескому общению, но и творческим экспериментам. Настоящей визитной карточкой стали мастер-классы для детей и взрослых. Мастер-классы, особенно те, которые связаны с разными вкусняшками, они пользуются особой популярностью у наших ребят. Поэтому всегда приходит много деток. Сама эта поделка, сделанная своими руками, она и будет как раз подарком. А пастила еще и вкусным подарком, ну и полезным. В рамках областной акции «День открытых дверей» были заявлены два творческих мастер-класса. Сначала ребята весело и дружно расписывали фигурки из слоеного теста, а потом с удовольствием ваяли из фруктовой пастилы. Ну, сложности возникают не только у ребят, но и у родителей, потому что с первого раза сложно. Но я подхожу к каждому, да, у кого вопрос возникает, и помогаю. Поэтому в итоге у всех розочка получается. Мне нравится ходить на мастер-классы в библиотеке. Я хожу в лагерь, но то, что в пятницу и во вторник сейчас в библиотеке происходят, ну, такие мастер-классы, игры, я в пятницу и во вторник не хожу. Я хожу в библиотеку. Сотрудники библиотеки постоянно предлагают своим любимым читателям новые формы работы. И снова не обошлось без неожиданного подарка для интеллектуальных гурманов. Одно из главных мероприятий сегодняшнего дня, потому что действительно мы не просто проводим игру познавательную, да, мы еще и их просвещаем. То есть после каждого ответа на вопрос ребята и взрослые узнают, там, откуда что берется, какие, значит, достопримечательности есть в Санкт-Петербурге, в Москве. Ученица теперь уже 4 класса Видновского художественно-технического лицея Алиса Селезнева обожает ходить на мастер-классы в библиотеку. Говорит, что именно здесь научилась рисовать. Я рисую на соленом тесте. Я хотела сделать узор такой зимний, красивый, чтобы потом можно было как-нибудь просверлить дырочку и, ну, подвесить, например, на елку. В этот день свои двери для жителей распахнули все библиотеки Ленинского округа. Новые посетители и читатели, уже давно ставшие верными друзьями, получили немало положительных эмоций, которые стали яркими жемчужинами в семейной копилке впечатлений. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.